в утреннее время 37-летний житель города Красноярска совершил покушение на хищение ценного имущества, находящегося в одном из ломбардов Советского района. Пытался похитить золотые украшения на сумму более 200 тысяч рублей. Значит, он совершил нападение на хозяйку ломбарда, схватил на изгиб локтя ее за шею, нанес удар, после чего потребовал передачи золотых украшений. Только благодаря активным действиям самой потерпевшей, которая оказывала активное сопротивление нападавшему, преступление удалось предотвратить. Значит, в настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи 161 части 2 предусматривает до 7 лет лишения свободы. Преступление относится к категории тяжкого.